Друзья, привет! Каждый, кто хоть раз стоял у плиты, задумывался о том, как упростить и ускорить процесс готовки. Сегодня мы постараемся разобраться, что может предложить рынок для решения данной проблемы. Заваривайте ароматный кофе или теплый чай, а мы начинаем. Stichia Capsule Coffee Machine Mini. Капсульная кофемашина Stichia Capsule Coffee Machine Mini станет настоящим украшением вашей кухни. Изящная форма, превосходное сочетание матового металла и пластика, качественное исполнение придают машине премиальный вид и позволяют ей легко вписаться в интерьер. В управлении Stichia Capsule Coffee Machine Mini разберется даже начинающий почитатель кофе. Кофемашина обладает интуитивно понятным блоком из двух кнопок. Простым нажатием на нужную кнопку вы сможете приготовить порцию любимого напитка. Выбирайте объем порции – 40 мл или 110 мл, и уже через минуту Stichia Capsule Coffee Machine Mini приготовит именно тот кофе, о котором вы мечтали. Если вы хотите изменить объем порции, то простыми нажатиями вы сможете приготовить от 25 до 180 мл напитка. Современная система заваривания позволяет извлечь максимум вкуса из каждой капсулы. Подогретая до оптимальной температуры вода подается под давлением 19 бар и раскрывает насыщенный и яркий аромат кофе, чтобы вы могли наслаждаться каждым глотком превосходного напитка. Sauces Injector. Интересный гаджет для кухни имеет встроенный плунжер, который впрыскивает маринад прямо внутрь мяса через игольчатые аппликаторы и одновременно его отбивает. Устройство пригодится тем, кто не хочет или не может долго мариновать мясо, поскольку жидкость проникает в него сразу. Благодаря тому, что маринад попадает прямо между волокнами, мясо прекрасно размягчается и пропитывается ароматом приправ, которые вам по вкусу. SilverCrest. Кулинарный термометр, представленный на видео, измеряет температуру блюда прямо во время приготовления пищи, выпечки и при перемешивании. Подходит при подготовке глазури, шоколада, соусов для разогрева молока и жарки мяса. Съемная лопатка оснащена цифровым дисплеем. Особенно важен этот гаджет для тех, кто увлекается кондитерским искусством, ведь порой так важно не упустить тот миг, когда французская меренга достигает нужной температуры. В ином случае вы ее испортите. Гаджет работает от батареек, поэтому подходит не только для кухни, но и для готовки на свежем воздухе. Delicia. Оригинальные гаджеты для кухни могут послужить отличным подарком. Этот механический дозатор пригодится для приготовления блинов, крема и соуса. В емкости с крышкой легко смешать все необходимые ингредиенты, не пролив ни капли. Разметка на корпусе поможет использовать точное количество теста на каждый блин, панкейк или иное блюдо. Xiaomi Mi Smart Microwave Oven. Микроволновая печь Midea имеет встроенный модуль Wi-Fi. Получив доступ к приложению Midea, вы можете удаленно управлять голосом через интеллектуальные устройства, такие как смартфоны и AI-динамики, запрашивать оставшееся время нагрева и удаленно активировать блокировку от детей. Кроме того, в приложении Midea Smart App встроено 11 избранных рецептов для приготовления блюд в один клик. Внутренняя емкость микроволновки составляет около 20 литров. Будь то большая миска или длинное блюдо из рыбы, ее можно легко разместить внутри и приготовить лакомство. Микроволновая печь Midea использует многофункциональную электронную ручку, которая проста по конструкции, и с ее помощью можно выбрать до 26 режимов, в том числе уровень и продолжительность нагрева. Мощность 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев пищи, а использование режима быстрого разогрева позволит нагреть еду всего за 60 секунд. Четырехслойная дверь из закаленного стекла, защитный выключатель с тройным замком, новая сетчатая конструкция эффективно предотвращают утечку микроволн. То, что микроволновки радиоактивны – миф, но все же некоторое влияние на организм оказывать могут. Вероятно, если вы досмотрели до этого момента, то видео вас заинтересовало, а лучший способ поддержать команду авторов этого канала – поставить лайк и подписаться. Комментарии также приветствуются. Bella Cucina Donut Maker.
Данный гаджет не подходит людям, пытающимся похудеть, ведь с его помощью вы можете сделать отличные пончики. Быстро и весьма просто. Вам практически не нужно заниматься формовкой блюда. Встроенная форма поможет вам. К тому же такой гаджет использует куда меньше масла, чем фритюр. Это влияет на окончательную калорийность и затратность на приготовление. Redmond Sky Kettle. Умный чайник-светильник Redmond Sky Kettle G200S – уникальный гаджет с дистанционным управлением со смартфона. Хотите верьте, хотите нет, но кроме яркой подсветки в нем есть светомузыка и развивающие игры для детей. Зачем это в чайнике? Мы не знаем, но то, что он действительно уникален – факт. Чайник оснащен уникальной функцией Smart Boil, которая позволяет пользователю самостоятельно регулировать интенсивность кипения воды через приложение. Функция разработана для того, чтобы предотвратить обильное парообразование и добиться оптимального уровня минерализации кипяченой воды. Водопроводная вода может быть жесткой из-за примесей, попадающих в нее из труб и очистных сооружений. Для такой воды следует выбирать активное кипячение. Оно поможет смягчить воду и сделает ее более подходящей для заваривания и раскрытия вкуса ваших любимых напитков. Дистанционное управление создает дополнительный комфорт для пользователей смарт-чайника. Теперь можно, например, подольше понежиться в постели ранним утром, сделать зарядку или принять ванну, не заходя предварительно на кухню. Помимо кипячения в G200S предусмотрено 4 предустановленных температурных режима – 45, 55, 70 и 85 градусов по Цельсию. Через приложение Ready for Sky можно установить температуру нагрева с точностью до 1 градуса. Пользоваться этой опцией особенно удобно для приготовления разных сортов чая, ведь каждый требует своей температуры. Wakako. Гаджет для тех, кто не представляет свою жизнь без натурального кофе. Карманное устройство можно взять с собой и наслаждаться горячим молотым кофе не только на кухне, так как необходимость подключения к электрической сети отсутствует. Крышка портативной кофеварки служит чашкой для готового напитка. BioPowMeat Handler Fox. Это специальный обработчик для мяса, имеет 12 пластиковых когтей медведя, чтобы разрывать его на части. Такое занятие на кухне может понравиться даже мужчинам, далеким от готовки. В процессе барбекю, используя этот чудесный инструмент, можно удерживать куски мяса во время жарки, поворачивать, избегая ожогов рук. Это действительно креативная кухонная утварь для измельчения мяса говядины, свинины, курицы, индейки, бекона в считанные минуты. Она также может быть использована для быстрого смешивания салатов. Redmond Sky Baker. Умный прибор Redmond Sky Baker – прибор, с которым делать блюда на гриле и фигурную выпечку может каждый. Теперь не надо быть профессиональным кулинаром, чтобы готовить гонконгские вафли, сладкие крендели или настоящий пряничный домик. Просто выложите тесто или другие ингредиенты формы и запустите приготовление со смартфона. Приложение также уведомит вас, когда блюдо будет готово. Гаджет отключается самостоятельно. Вы забудете, что такое пригоревшая пища. Формы, кстати, сменные. Изначально установлены поверхности для гриля, которые идеально подходят для мяса и рыбы. Меняйте панели и готовьте то, что хотите. В коллекции более 40 комплектов панелей для этого гаджета. В дополнение к этому в корпусе Sky Baker предусмотрен специальный съемный поддон. При выпечке и жарке в него стекают все излишки жира или сока. Выпечка и блюда на гриле получаются максимально диетическими. Вероятно, именно за подобными устройствами будущее, ведь они следуют всем трендам. Они экономные в плане времени и финансов, почти не требуют вашего участия и ориентируются на здоровое питание пользователя. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч!